Завтра есть работа. Чего? Ну что, сын пошел послушать. Дальше смотри, вот индиец, видишь? Дяденька индиец. Да. Вот так у нас в Казахстане с гостями обращаются. Вот вы сейчас говорите, а да без проблем. А когда кидать, то можно кидать. Мы убрали, отошли. Опять такой же подошел гражданин и кинул снова. Нет, а если бы такой гражданин? Почему ссорили? Мы пошли фотографировать. Ну, сейчас пошел в белый. Почему не успеешь? Сейчас они придут, у вас будет администрация, вы не хотите.